А тут также под сопротом бить или нет? Если все из ПДшки выпить. Ну, на следующего босса все равно сопрот понадобится. Поэтому. Как-то так. Кушай, ставь рыбу. Босс простой. Босс простой. Бьете все босса. Боссу. А, исступление у нас никто не может снимать, да? Тогда придется похилить. Короче, каждые 25% босс юзает обилку ауешную. Под эту обилку нужен будет массейв. Первый массейв отдашь ты, а пока Icebound Void ты отдашь мастер-аур на огонь. То есть на 20, на 70% Void отдает, на 50% отдает Void. На первый, на 70%, точнее, апокал, на 50 Void, потом на 25% опять апокал. Вот. Дальше будут появляться тотемы. Тотемы нужно будет максимально быстро забивать милишникам. И будет появляться на каждые 25% рысь. Рысь должен нам быть сразу загрена. Там Петя старайся лужу закидывать под... Когда у него будет 75%. Ну, каждые 25%, короче, закидывай лужу. Не лови рысь. Сразу же. Ну, все, это весь босс. Убивается он очень просто. Ауе. Тупо разбивать тотемы. И бить рысь. Бежали по краешку. Сразу не врывайтесь. Сарай возле стенки, я затаунчик, ты с меня заберешь. И тотемы разбивайте. У меня играю на чужом персонаже, поэтому помогайте Да разбивать какой тотемы. ты имеешь на стенке? Я сразу тут его танчу. Ну давай, давай, иди пуляй. А, все, Иди все. пуляй. Все, забирайте. Босс. Смотрите за огром, следите. Танков хилить придется сильно. Бля, у меня проценты не показывает, не настроенного у него. У меня Сколько там? есть Ну, говори, говори, сколько там. 87. 83. Да хуя еще. На 78. 75 нужно... А пока сейф готовь. Рысь скоро появится, готов всего видеть. Все, бьем рысь все. И тотемы разбиваем. Я тотемы сейчас пойду переставлю, чтобы не путали тотемы. Вон тотем под нами появился. Сразу их разбить давай должны. Послушай вот эту магию диспельсию. Я думаю, знаете, где тут диспел, блин, не нашел. Как-то звеивание магии, да? Да не ты, а послушай Прист. Все, Войт, не забывай, что ты следующий отдаешь сейв. На 50%. Чуть-чуть раньше можешь Я отдавать. очень сложно, я могу зайти. Ну, после босса. Да, Войт пойрелит. Тут небольшая заминка происходит, я понимаю, что мы начали. Нет, только 10, нет, 25, но с ним не закрыты. Ну так Типа я он на в этот замену. пришел. Рысь, 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 рысь. Ну все, уходи тогда. Смотри, Женек, не врывайся раньше в рысь, пока ее не забрали. То умрет. Тут бета-тестер пришел. Я не врывался, я босса бил. Она просто на меня Босс. Ну понятно, значит не успели забрать. Этот, все равно босса бесполезно бить, когда рысь появляется. Появляется рысь, все в рысь играют. Тотем, тотем, тотем. Кстати, урон от природы от этого ешника по всему рейду такой. Что еще раз? Думаешь, я тут разбираюсь, я не успел даже посмотреть толком все билки. Что пришел, почти сразу пришлось в рейд идти. Так, слегонца посмотрел, что тут есть. А пока вот ты следующий сейф подберешь. Окей, босс. Сложила, БР, БР, быстрее, БР! Женек, прыгни во фростойку, под лицо зайди. Рибаф. Нас
видишь, нету персонажа, который уже не надо, я думаю, да? Да. Прыгнуть, у меня руны на КД были. Давай, ты ничего. Нажимай. Рысь скоро появится. Смотрите, чтоб не убило никого. Все, это последняя рысь. И босс падает. Ну, то есть, видите, он очень простой. Его бить. Мне кажется, самый сложный босс это этот, блядь. Огненный. Не. Для меня именно как для милика иногда буквы. Что-то бегает. Ага. По началу. Ну сейчас я помогу бить. Кого смогу. А ты бы этих тактики что-то знаешь? На взломан. Ну, тактики 10-летней давности пойдут. Да. Ничего не изменилось. Да они точно такие же. Там пейте, попейте зуб, попейте зубы закиньте, пахаю. Все. У нас опытных игроков достаточно. Кто-то объяснит. Птичков ты будешь собирать. Ну, наверное, кстати, нет. У тебя же у Ева агро сильнее. У вас тотем сильнее. Или у тебя здесь сильнее? Одинаково. Петя, он сильный. Сразу разрулим. О, тапочки. Тапочки хорошие на АДК-шечку. На рейд. Хорошие. Рулить. Так, давай. А, ну это никому не надо. Ну, думаешь, да. Забирайте себе все, а я стрелка себе возьму. Так все тапочки Петя не нужны? Тапочки нужны. Ну. Кто мне когда их даст? Он всегда говорит, иди нахуй. Так, умираем, да? Да, умираем. Так, шизет. Нет, нихуя не шизет. А вы на этого птенчика пробегали через верх? Ну, через портал? Нельзя там не работать. Зачем? Залатали дырку. Вот скоты, а. Все, заходите в инст. Побежали так же, как мы на второго босса бежали. Так попробуем до самого предыка добежать. Ой, а, блядь, я же там... До угла или сразу на босса? Да. Этот, дядя Стэн... До угла или до босса? До босса. Дядя Стэн, прыгай в танка. Ну да. Нихуя себе, ты псих. Нажмешь машеве, когда я скажу. Не останешься там, погибнешь, как храбрый человек. Тут, короче, пора с гэма деньги за починку брать. Так мы постараемся за одну пробежку пробежать. Кастуй на себя СС, эмобой. Можно пломобота поставить, пожалуйста? Ну, поставим. Побежали этот пока сюда. Там, где мы были на второго босса. Сейчас это огненный петух будет, да? Или... О, этот Женек, прыгай тоже в танк. Погибнешь тоже смертью храбрых, кинешь в ужу, когда скажу, прям в центр. Так, все в танках, давайте фул ребаф на ХП, нужен, чтобы у всех был. Маша, ходки, главное восстановление повечь на всех, чтобы длительная ходка была. На Хая обязательно, на Дяди Стэну и Апокава. Вы можете в начале танки, которые Апокава и Петя, нажать айсбаунды. В начале сесть на Пета и побежим. Готовы? Кто против айсбаунда? Ну, они вас крепче сделают. Все, нажимайте айсбаунды, сели на Пета и сразу побежали. Чем тебе нужно? Никого нету. Побежали. Руны нужны, чтобы нажать. Так, не важно, что они не на всех, на себя. Ты на себя ж надо. На себя тоже. Все, бежим. Эмобоя главное. Эмобоя можешь подхилить послушно. С собой пожертвовать. И закинь ему зубы. Дядя Стэн, Маш ШВ нажми. И бежим все за Хаем. Чисто одного эмобоя. Женек, этот, можешь пожертвовать собой. А куда руны кидать?
Просто в центр кинь, чтобы под себя куда-нибудь. Под себя, короче, ссы. Мобой пробежал? Мобой, где ты остался, ёбана? Ему сон дали, я там видел даже. О, ой, да. А у тебя сон есть, кстати? Ну, там есть. У меня? А какая разница, даже если у меня есть, кстати, в окна не пробежал? А вот он рядышком со мной упал. Да близко он пробежал. Да. Он вставай, стой! Вставай, мобой. А вот я видел, он прошел прямо, ух. Он сагрится, скорее всего, на него. А где он умер? Да, на него сагрится, надо вставать кому-то другому. Кто-то. А, бля, через сколько... Как называется способность перерождения, да? У меня половина только. Саня, полчаса, когда ну, короче, лежите. Ну... Можете поговорить пока. Короче, пусть тем обой здесь валяется, встаем, то же самое повторяем. Давай, все равно это быстрее. Да я бы пробежал в слово. Ты а не добежишь в слово, Петь. Можно в тебя два сломают раза. Лицо. В два раза попробуем. Так зачем? Мы почти пробежали. Если бы мобой добежал, что там, он сон кинули или что? Или он... Ну, бывает, дают. Надо было задиспелить. Приз все диспелился. Ну, далеко было. Так я уж это... Супа, отдал ему. Приз с собой же пожертвовал. Ну все, мобой не вставаем, тогда мы сейчас кто-нибудь из нас-то точно добежит. И закинешь вой диван. Диван. Ты вой под конец, чуть что видишь, если вздыхаешь, тоже баба уже не. Маш ШВ уже откатилась? Дядя Стэн. Не-не, еще 2 минуты до Маш ШВ. Ну похер. Просто тоже прыгнешь, моста он нажмешь, сдохнешь там где-нибудь. Главное, чтобы на нас они не сагрились. Там вот, когда мы будем в центре пробегать, видите, там где дохера мобов. Жертвуйте собой. Первый пожертвует этот дядя Стэн, второй Женек. Все, давайте фул ребаф на ХП. Чиниться нужно будет уже. Нормально, давай, починимся. Нажали айсбаунд и побежали. Кроме Женька. Маша, давай, баф. Все, побежали. Я жду восстановления и бегу после этого. А, давай я теперь первый побегу. Помирать, храбро смертью. Войт, главное смотри, тебе нужно будет с диван кого-нибудь закинуть с любом персонажем. Войда послушай, спаси. И можешь умирать тоже. Прохили его. Давайте, все, кто-нибудь здесь, дядя Стэн первый, помирай здесь. Он на этих мобах. На следующих мобах, Женек, можешь уже тоже. А пока вон на эту пачку на себя забирай. Ой, да ладно, заберу. Все надо на себя делать. Все, Войд, закидывай диван либо в меня, либо в кого, в любого, короче. Я бегу. Закину. Все. Да, можешь отойти на 5 секунд. Все. Хуя я долго жду. Снимаю пока, не снимаю. Че, отагрились там? Это что, один ХП был? Да, отагрились. Все, снимай диван, Петь, резай все. Сразу в шкаф. Кто там далеко сдох, дядя Стэн, Женек, вы там далеко сдохли, и вставайте тоже, молодцы с умой. Машу и послушай этот самоним. Любому делаю это. Мне обратно спекать? Да. В танках Петя только остается и этот... Видел я уже танка, я 250-й. Ну красавчик, одевай потихоньку. Вообще, чем больше одета у нас персонажа, тем лучше. Так, ты тотем будешь ставить на огонь, да? У меня типа тотем, который дамажит, наверное, есть. Он... Рыба вон стоит. А какой лучше тотем, магму ставить или тотем опаляющий? Вам Симон пришел, он послушай. Сань, ну короче, если ты цель, и если ты особо не шаришь на энхи, лучше. Потому что там тяжко будет, пиздец. Что я на шамане на X2 играл, это почему. Опаляющий минуту стоит и бог. Он дает где-то на 3% меньше ДПС, чем магму. Ну, понял. Я правильно говорю, да. Если ты не
не понимаешь, как тебе нужно обновлять магму, то да, лучше стать опаляющей и не париться. Ну да, да. Если... Нет, так я магму обновляю. Ну, теперь уже обновляю постоянно, 20 секунд. Каждые 20 секунд обновляю. Ну там все зависит от того, как какой босс. Типа, если ты бегаешь... Да. Ну я тебе написал то там. Ну магма это наш не приоритет все равно. Финку можно поставить, пожалуйста, я фул полов. Поставьте кто-нибудь Дживса. Аня, у тебя тоже есть Дживс. Я не знаю, где он у тебя. Где он? Через сумку можно просто. Угу. Ну, я что-то не вижу его. Корзину для ромашек зато нашел. Корзину для ромашек? А, Мялли, это почта. Тошли. Армейский нож. О, Дживс нашел. Значит, Дживс вам, парни. Ну вот, я полезен как. Так. Пошлите этот. Смотрите, стойте. Здесь мобы справа и слева стоят. Поэтому по центру лестницы идем. Аккуратно. Очень. И вначале этих мобов трех убиваем. Пошлите. Аккуратно только. Аккуратно не загрите справа мобов. И слева дополнительно. Никуда, куда пошел? Блять. Нормально. Маша, быстрее забирай скилл с нее. Быстрее. Воруй заклинание. Ой, не Маша, а Лера. С черепа. Ну, быстрее. Воруй заклинание, Лер. Куда ты спешишь, апокалипсис? Ну куда? Блять. Хуеть. Ну просто жесть, ну. Я не успел давай объяснить, хиль. Думал, сейчас одних мобов убьем, потом вторых. Хиль, два хила лежат. Блять. Хиль на чужом персонаже. Вы, конечно, гений. Блин. А покал, давайте там ударами смерти хильтесь, два танка. Да ладно, у меня вуду стоит на правую и левую почему-то. Я ничего не настроен, а на правую и левую стоит хил. Это стандартно. Поэтому как-нибудь может быть отхилит. А может и нет. Ну я помогаю. Ты можешь Саня бить и стаки сливать на хилки. Я давай лучше просто похилим. Какие стаки еще не разобрался. Поэтому надо... Ну вот водоворот. Не то, что ты на молнию скидываешь. Ты можешь тратить на моментальные хилки. Пизда, нахуй ты. Ну потому что, блядь, берет и спешит. Ну, казалось же, ты что-то повторил. Этих двух мобов убьем, остановиться. Нихуя. Ты один хил, короче. Ну все, у меня маны нет больше. Че там ДБР у тебя? А, нет, ярость шамана и пошел бить рукой. Пизда, я хуею. Кастуем, эмобой. Ну вы... СС был? У меня нет стати. Нет, не будет. Мы сидим обов, нахуй, хули толку. Молодец, пока, молодец. Молодец. Бывает. Паш. Ну что бывает? Ну просто куда ты спешишь? Сказал уже, блин, двух мобов убиваем и бежим. Там моб стоит, которого нужно задиспелить либо забрать. Когда ты сказал бы двух мобов, цены бы тебе не было. Не, я не сказал. Ну, ты сказал, блядь, слева и справа аккуратно. На этом все. Дальше за вашего владежа я ничего не понял. Честно. Так, ну, хорошо, нахуя ты все равно дальше бежишь? Нахера ты все равно дальше бежишь? Если ты нихера не понял. Если ты не знаешь, как работает здесь мобы, ну так зачем ты бежишь? И хагрись. Я ж не сказал, иди, агри. Да, пошли, значит, пошли. Я даже не знаю, как скилл называется. Развеивание магии. Этот? Да. Да, топор. Там моб на себя вешает скорость каста просто запредельная. Если не снять эту обилку, он шотает всех. Ну так, для начала надо было сказать, а потом уже говорить... Так я это пытался сказать, блин, я не говорил тебе, Агри, ты сам... Надо. Ты сказал, аккуратно идем посередине, слева-справа нярим, все, пошли. Я пошел. Не ссоритесь. Побежали, заново так же все. Мобоя с лестницей там. Диван КД сейчас только СС. СС лежит мертвый, побежали. 3, 2, 1, побежал. Тебе нужно диван будет закинуть снова. Я говорю, опять диван же. КД, я говорю, диван КД, 1, 2, 3, слышно? Теперь, да, сколько КД?
Меня скинули. А до хера. Дядя Стэн, жми. Давай в углу, здесь падаем, здесь падаем. Санек, дальше не бежим, меня скинули. Нахуй, нахуй, нахуй. Лучше вот здесь резнуться и пробежать дальше. Серьезно. Там еще минуты три, когда я уйду еще. Ну, об этом и речь, что лучше через две перебежки. А чего в обой не встал? Потому что он не встал, чтобы он мог резнуть нас всех. Зачем ему вставать? Он пробежал, пробежал. Главное, чтобы он пробежал. Ну, у вас масс-рез когда 4 минуты еще. Ладно, можно трешку. Блять, пиздец. Самое главное, не горите. Опять встаем. Сколько у тебя диван КД? Ну, тут две с чем-то еще. Встаем, ждем КД дивана. Это все, а пока просто танчить не хочет, он хочет дамажить. Ты, Войд, запоминай все, что делать надо, чтобы ты потом будешь мучиться сам. Я уже с одним рейдом промучился, там тоже 8 человек не знало, что делать. Как ты сейчас уйдешь, а кто будет объяснять тогда? Реснем, реснем тебя. Что там тебя резать? Главное добежать нам туда. А, ну у нас, кстати, Петя есть профессионал. Все расскажет, все покажет, правильно? А. Я уже давно Альфа 4 хочу нажать. И мне больше профит в РБКшках полутал. Когда до дивана? Ну что там у тебя с дивана? Меньше минуты. Понял. Смотрю, может быть у меня рез есть. Может. Не, у меня реза тоже. Реза тоже нет. Со следующего босса лут вкусный, там ботинки падают, охерительно. Надо его по-любому убирать кастерский. Щит хороший падает. Нахапал. Где Лаксар? Я тут. Не знаю, где Лаксар. Щит падает на танка охеренный тоже. Все, она здесь есть? Есть? Угу. Встать. Все, ой, точнее, диван есть, да? Да, будет. Все, давайте. 3, 2, 1, побежал. Вот эта пачка, она самая опасная. Блять, меня сложили. Войда, смотрите, не потеряйте. Так, Женек, дядя Стэн, жми масс-сейв. Нет, до самого конца бежите, дядя Стэн. Жми масс-сейв и там где-нибудь с собой жертвуешь. Женек, дальше пожертвуешь собой. Туда, куда вы в первый раз бежали. Не, не ну, Войд, тебя убили? Да, падайте. Тут в две перебежки бегают. Лок, вставай, в две перебежки перебежим. Да, до этого угла и потом отсюда до босса. Да мы первый раз нормально же пробежали, ну ё-моё, ну просто, блядь, калич. Да нет, тут не хватает. Пошли. Бегаю, починюсь. Сейчас все сдохнут. Подождите. Сейчас по-другому сделаем. Дядя Стэн побежит первый, вот эту пачку мобов, которая больнее всего бьет, на себя заберем. А мы дальше пробежим. Не вставать ему, бой лежи. Сука. Пока у вас минус 20 минут жизни, спасибо. На женьке бой. Блядь, ну я пойду в игру. Блядь. Че глухие, че мне рать? А только а тебя не было слышно, только сейчас стало слышно. Выходите все с инста, и кто у мобов в инсте находится, сдохните. Выйди с инста, Женек, выйдите все с инста. Нахуя? Ну бой, потому что на Женьке.
Ну-ка, зайди, Женек. Есть бой, нет? Ну, показывает бой на тебе, хуй знает, что это. Ладно, у меня нет. Воду? У тебя воду? Слева, где написано группа, или сверху, там правой кнопкой кликни и все. Да я убрал эти группы. Все, пропал бой. Все, пошли, пошли. Сум, этот, не сум, а туда же, где мы были все. Сейчас папа Стэн, дядя Стэн, точнее, побежишь первый. Вот эта пачка, которая над лестницей. Ты должен ее будешь загреть и отвернуть куда-нибудь в сторону лестницы. То есть не вперед и не назад, а в сторону лестницы. Отверни. И пусть они в тебя топоры и прожмись обязательно, а то они там очень больно бьют. Нет, да и я все, в принципе ряд... могу вообще далеко пробежать, у меня же ботинки еще есть, и дохуища этих сейвов. Нет, ты не понял, для чего это сделать, чтобы нас не покоцало. За этим обушек они нас не подбили. Ты сейчас первый побежишь? Лучше дальше соберу мобов много, я сейчас много собрал и почти добежал до конца. Я вот... Ну давай. Давай, давай, у тебя щит, они тебя меньше пробивают. Все, Маша, фулл ребаф на ХП, закидывай ходки. Беги, дядя Стэн первый, мы побежим после того, как он... Побежали. Не, дядя Стэн первый бежит. Не спешите. Беги, 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 беги. Стойте все пока. Блять, бомжи загрели сверху мобов. Все, бегите, бегите. Все, в него топоры залетели, побежали. Часть в меня залетела. Следующую пачку, Женек, ты закинешь. Заберешь. Дядя Стэн, спрыгивай здесь, забирай этих мобов. Следующую пачку, Женек, с тебя. Давай, давай, закидывай здесь лужу и забирай. Следующую пачку давай я пока алты, а Петя до конца. И вот закинешь кого-нибудь из нас. Давай, пробежали. Все, у меня диван. Молодцы. Умирайте все. Маша, умирай и послушай тоже умирай. Подожди. Починочка еще раз будет, а то пиздец. Так, все так, Грич? Так, теперь вроде да. Так, хорошо. Кастуемо срез. Пойдите кто-нибудь аккуратно с лестницы, ему боя поднимите. Сейчас я найду, где рез, пойду попробую поднять. Это, покидать тела, кто далеко лежит, да? Да, да, конечно. Так что, как называется? Ничего. Дух предков, по-моему, да? Вот где я стою, можно резать. Вот, значит, сюда можно резать. Значит, не достал. Вот где я стою, вот здесь. Короче, дам ему масс-рез и все. Да, давай, давай, масс-рез и пофиг. Ребят, он в Дисе повыше написал, что у меня время там до 40 минут. Больше нет, я просто на работе сижу прям. Хорошо, там разберемся, может быть, кого-то. Зорика что-то возьмем. Вместо тебя. Тыкните в шкаф. О, Паша еще есть. Все, сум всех, ребаф всех, все, кто в танках, кто не должен быть в танках, прыгайте в ДДшников. Войт, ты плюс-минус запомнил, как все делать? Я стараюсь по максимуму тебе понятно объяснить. Или нет? Да хуй знает. Сейчас какие-то замены, кто-то уходит или что? Еще раз? Какие-то замены сейчас или что? Мне уже скоро, да, уходить. Но этот, еще этого босса 15 минут есть времени. Один раз постараюсь. Ну там дальше Малакрас и Зауджин, они проще. Ну, с одной стороны проще, с другой нет. Кто там все на месте, всех бафать уже?
О, я Ваню попрошу. Ваня зайдет вам за Ирели. Как раз послушай, уйдет. Ты прыгнешь в хила, он зайдет, вам поможет. Давайте. Я никуда не зайду. Бейте мобов. А? Посередине лестницы. Я скорее всего никуда не зайду. Не услышал опять, Ваня. Говорю, скорее всего, никуда не зайду. Бля, херово. Да какой урон надо? Надо добивать. Ну, побудешь сколько сможешь, Маш. Все, давайте, ребаф, фастик. Этих двух мобов. Смотрите, сбоку и слева, и справа есть мобы. Аккуратно. Все, здесь уже нет этого моба, мы его убили. Я вообще одну пулю только дал. Знаешь, что такое декатанки? Знай. Я вот знаю. Нам надо пить, ебать, ты пятницу декалкать, там пизда. Слышишь, почему у тебя не работает пронизывающий ветер в тесте? Не работает. Что работает? Не знаю, я не нажимаю, он не работает. А, хоть может быть, потому что там с макроса стоит на фокус. Попробуй просто с книжки вытащить и поставить. Потому что у меня-то... LVI стоит, и там все вообще нормально настроено. Это без него играешь. Ну, даже без Tell Me Ben играю, поэтому сложно сослеживаться и стаки, типа, блядь. Он еще точно не знаю, как они... Сейчас стаки, по идее, должны это... Подсвечиваться молния, когда у тебя настакано. 5. Надо в интерфейсе надо настраивать. Если выключишь, то не будет подсвечиваться. Так, ладно. По поводу босса. Смотрите, босс, он как бы не сложный, но, с другой стороны, непростой. Будет Петя на боссе. Петя на боссе, а пока будет на мобах. Что это значит? У босса есть два коста. Мы вначале все становимся по кругу босса. Особенно РДДшники. Он будет кастовать такое в одного человека дыхание. Его просто нужно будет прохиливать. Потом, вот с этой лестницы будет выходить два моба. Одного моба мы убиваем, который будет с этой стороны идти, вот, в эту сторону. Второго моба мы пропускаем в эту сторону. Дальше. Он проходит в ту сторону, видите, там яйца есть. Он эти яйца разрушает. С них вылазят мобы. Эти мобы забирает Апокал на себя. Себя, и на него будут вешаться стаки. Апокал, ты не стоишь и не танчишь их лицом, а просто бегаешь по кругу босса, ловишь их. И не подводишь к нам, чтобы мы с себя их не сорвали. Эти мобы будут вешать на Апокалипсис стаки. Все, кто могут диспелить стаки, там, кто там, ДЦшник может диспелить, Войд. Не знаю, я попробую подиспелить, если получится. Тоже. Будете диспелить стаки с Апокала. Потом выйдет, когда выйдут все мобы с этой пачки, наша задача залить этих мобов. Также у босса есть еще один каст. Бомбочки. Вы стоите все, пока на своих местах он начинает раскидывать бомбочки, потом ищите свободное место. Что это значит? Вот, допустим, где я прыгаю, появилась бомбочка. Она взрывается не только, где она нарисована, еще раньше 4 метра вокруг нее.
Также не забегайте вот в те две навозные кучи и не подбегайте к стенкам впритык, особенно к огненным. К таким обычным можете подбегать, к огненным не подбегайте, они тоже урон наносят. Босс умирает, у него нет берсы, его можно бить сколько угодно. Задача убить главного мобов и не умирать от бомбочек. Все. Ну, берса есть, но она другая там. Нет. Она быстрее бить, она прохиливается. Это обычный энрейдж на 30%. Там именно берса есть. Это таймер. Всего лишь есть берса теперь? Да. Блять. Значит, теперь есть берса. Поставьте рыбу. Сколько она так же? В смысле я бегаю? То ли 10, то ли 7. Что из этого? Проверим. Сейчас вам главное разобраться, что такое бомбочки. Если что, босс и вейдится. То есть, кто, если видишь, что пару человек сдохло, с лестницы спускаетесь и просто заново босс. Ну, резаете всех и бьете. Это там не забыл пушки зачарить, надеюсь? Нет, пушки не забыл. Забыл, самый первый раз. Нет, я просто сдох. Или похер. После смерти слетают. Значит, не было зачарено. Все, дайте хоть как-то. Пока вот, что не катаем? Я говорю, в смысле? Что в смысле? Ты на мобах, и выпей сопрот. Так, бета, в чем тут? Там мне на почту, дай почту. Что? Почту дай! Так, лучше слышь, там я забыл. На, где? О, спасибо. Сопроты все пьют? Угу. Сопроты хилы выпейте, и те, кто ватные. Ты на магии, в принципе. Тебя не как я должен бегать? Вокруг просто и все? Да, как вокруг тебе... него бегаешь вот так вот, по дальнему кругу, и держи всех мобов, чтобы они как можно меньше тебя били. Они бьют тебя и стакивают. Как я тебе всех ловить-то, блядь, так буду, когда они бегать буду? И бегать, и ловить. Уже мор мы трогать не будем. Их пока все не выпили. У него лужа без сниженного. Да. А у тебя 5 со сниженным? Да. Давай ты тогда на мобах, а пока ты на танке. На боссе. Мобов лучше сразу начинать бить. После первых двух-трех пачек. Ну давай. Окей, все, погнали. Погнали бить. Чего-то где-то не пойду. Иди, иди ты, босса. С левой стороны сначала выпускаем, да? Да, слева. Вот так он дышит. Только рассредоточьтесь немного, чтобы не во всех дышал сразу. Правого скоро убиваем, будем... да? Да, правого убиваем. Вот которого замедлили, идите бейте все. Бомбы появились, добейте моба. Вот это бомбы. К квадратику все подбежали, квадратик. Маша. Вот ищите свободное место. Прохил Войда, дядя Стэна. Здесь на фул поднимайте быстрее. Пошли мобов заливать. Петь, можешь подвести их. Крайне не советую агро на них рвать. Да, и следите, чтобы агро не сорвали, если бомбы появились. К квадратику можете подбежать. Молодцы, все спрятались. Мобов заливаем. Если вешается стаки на кого-то из обычных ДДшников, обязательно.
Так, ну, замедлите кто-нибудь, Маша, приморозь череп. Застаньте. К квадратику можете. Дядя Стэна бы Петю вздох. Петя Бэр. А, все. Сбежали не вниз, вниз, вниз. Ну вот это весь босс. Только сейчас нужно было, что произошло. Он всех мобов выпустил, нам нужно было... Нам нужно было этот, убить вначале всех мобов, а потом на следующую сторону, чтобы он перешел. То есть задача убить всех мобов вначале. С левой стороны, потом с правой. И смотрите, если на кого-то сагрились, нужно будет диспелить стаки. Все, бета-тестер, заходи вместо меня. Ты больше ДПС дашь. Тактику они поняли. Поняли. Вань, ты сможешь что заэрелить или нет? Сможет. Мы поможем. Когда ДЦшник уйдет, все, заходи, Бэтик. Когда ДЦшник уйдет, если есть возможность, зайди на ком хочешь. Помоги им убить. У них всего хватает, чтобы убить. Только нужно за ними посмотреть. А, нужно, чтобы я уходил. Короче, пока Бэтик заходит, пойду заходи, на взгляд. 40 секунд отлучусь. Надеюсь, услышали. Заходи, Войду отдал лидера, Войд в хэпава прыгает. И тогда так у вас ДЦ нет, все саппроты пейте, а то без саппротов умрете. Без ДЦ? Я тоже тогда офф, время уже поджимает к 40 минутам. Так без ДЦ это убивается спокойно. Просто под саппротами. Остается в рейде вообще. Так ДЦ у нас остается. Я отдала. Ваня, а, это не ДЦ уходит, это уходит дядя Стэн? Да. Да-да-да, это я ухожу. А, так вообще отлично, все. Я просто в шоке, я думаю, меня настолько рады видеть в рейде, что уже мне говорят, типа, ДЦ уйдет. Все, я перепутал просто вас по голосам, я думал, что это ты уходишь. Я понял. Ладно тогда, все, удачи. Надеюсь, Ваня, там поможешь им всех убить. Напиши рейд твой. Через секунду, да, так. Маша в сове, да? Журна? А, нет. Кто последний? Зайти хотел. Что спросил, Ваня? Последний, десятый, там кто-то зайти хотел, не? Да вроде нет. Ты говоришь. Бета-тестер заходит на своего перса просто и все. Санек убежал, я зашел. Но у меня пин, короче, ноль. И ничего не говорит, а не грузится. Сейчас погрузится. Короче, я пошел на локо, но ДПС не надейтесь. Там где спросите у кого тот-то, блядь. Завтра же когда скинется, да? А, ну держу в курсе, Саня еще и неправильно зачарил пушки. А у тебя лог где это самое? В гильдии или где? Не, не в гильдии. Сейчас я зайду по себе. А буревестника нету? И будет заходить?
хз, разберитесь там. Либо он, либо я. Выражусь. Там же есть толк сумануть мне? Это вы пока тут собираете чай с льдой, все равно с собой. Да, там Ваня должен сейчас зайти, получается. Его ждем. В поиск спутников плюс кино. Печка. Глоу, блин. Не шути с печкой. Че, печка сам не играет? Играет, но он... Не ходит в зону. Что там? Скидываете бафы, что есть, что нет. Саппорт вроде висит. Где тут жертвенный костер у него, блядь? Это бафы. Но... Пламя тьмы не юзается же, да? В демоне. Оно, по-моему, вместо жертвенного висит, если не ошибаюсь. Или нет? Или вместе? А, наверное, юзается. Это который замедляет, да, вот это хуйня? Короче, хуй пойми, пошел тыкать кнопочки. Что мы делаем? Там ассист есть на мне? Uh-huh. Синяя, красная, синие метки хекс дает Лаксар, красную мы бьем, красную били, синюю выводим, до половины хп, добили, отпустили, все, кока-кола. Кому хекс? По синей метке тролль выйдет. Окей? Окей. Все. Все так же остается. Твой ретрики. Петя на трэше. Выходят две или три пачки трэша. Мы его сразу начинаем бить. Не ждете ничего. Поехали. Готовность. Так, рыбу вы ели? Нет, что-то я не помню. Еле-еле. Кроме сейчас.
кулака получается. Нету кулака. Значит, без кулака. С кулака будет. Все, поехали. 3, 2, 1. Понесла. Знаю, что тут нажимать, но что-то... Контроль. С красной метки убиваем. Нашли сейф-зону, стали, не умираем. Женек не справился. Вышли, завидели босса. Проблемы. Послушай, да пропадаем. В океан. Зависал сначала, а потом в океан. Тресите Женька и вот это есть. Еще раз. Да. Вы не стоите, не ждете, пока тролль там пиздует неизвестно куда. В синей метке он прямо в метке должен стоять сразу. Из красной метки он только появился, а вы его уже бить должны. Сходу. Стоит рыба. Бля, я с чертом должен бегать или с дровосеком? А ты кто? Ну, в демоне, наверное, с дровосеком. Демонолог, да. А, у тебя нет дровосека, значит, чертом. А, у меня нет дровосека. Окей. Хороший демон, одобряю. Типа ластрай, Маш? Все готовы? Да, ластрай. Вот с Никола добрать на замену. Давайте, 3, 2, 1, поехали. С разных сторон стойте, вон есть сбоку. Контроль. По синей метке контроль. Ну, есть что-то или нет? Лаксар? Какую синюю метку? У меня нет никакой синей метки. Заявители босса. Третий раз. Из синей метки, которая стоит на ступеньках, выходит моб. Его нужно законтролить. Хиксом. Которому ты подбегаешь, зону? Правильно? Квадратик, который подбегает. Или я что-то неправильно поняла? Моб выходит. Вот, видишь, печка, нога, прыгает. Вот ты, отсюда. Ты переставь метки, люди не понимают. Они смотрят, они не могут туда смотреть. Переставь вот, где вот он стоит резко, вот сюда переставь. Они не понимают. Я не могу смотреть. Тут я, походу, уже чего-то не понимаю. Что значит? Может, у меня нет просто, может, у меня... Тут какие-то метки стоят? Она не видит эти метки просто снизу. Надо их сверху. На подъемную вот здесь поставь и все. Возле ворот. После ворот это уже поздно. Что их уешать могут. А что? Мы тогда убили одного. Ну, давайте так, левый, правый. Смотри. Я не вижу никакую метку. Какой левый, правый? Печенки. Вот тут вот. Будет выходить моб вот отсюда. Кто надо убить? Ну, не убить, а хексануть.
Какая у тебя нога страшная? Это не моя нога, кстати. Ну ты надеешься, что твоя нога страшная. Моё. Давайте, 3, 2, 1, полетели. Мобы, сейчас выйдут уже. Мобы вышли. Ну, в покаянии сейчас внизу стоит, которого надо доконтролить. Все, пусть стоит. Все, второго отпустим. Пусть он идет своим путем сталки. Своей дорогой. Щелк. По второму дайте чуть ДПС, чтобы... У него было меньше ХП. Только до половины ХП доведите, не сильно его там убивайте. Все, отпускайте его. Сука, печки, я все выскажу, что я нам думаю. Приз вылетел. За его эйдин. Может, виск? Я, походу, вылетел. Все, и выйдели. А что сейчас случилось? Без креста мы не можем убить босса. Сейчас я подойду. У меня пэт от демонитис от связки душ умирает. Опять еще что-то не пойму. Сейчас он зайдет еще босса сага. Смотрите вниз, бегите сразу. У нас КД масс-рез. Нужно таргетно порезать. Бля, как можно, ну, сделать, чтобы не видно было меток? Ну, их просто не включать ДБМ просто, и все, по-моему. Да, стандартная функция в Вове. Зависит от ДБМ. Лер, ты, наверное, не там смотрел просто. Вот здесь, возле клеток, внизу. Должны были быть метки. Это я уже поняла. Вот смотри, я поставил там синяя метка. Вот видно? Сейчас вижу, да. Ага. Ну не там смотрел просто. Мне на площадке забылся. Блять, что-то... Можно отключить хоть как-то. Приститут, нет? Он в Дискорде. Послушай, Ваня. Чё? Да, вот, дескать, послушай, Ваня. Ты видишь, что тогда вот просто... Чудо-анимация Сируса. Гилдак. Большой гилдак. Реактивный тянет. Он робота как раз в зад заедет. Ещё вот это мне нравится. Ну, это глиста, да. Глиста на глисте. У меня тоже есть какая-то глиста, вот где она. Нет, не это. Ужас. О, у меня вот такая собака есть. Вы, правда, не нахуй. Да знаешь, чего у тебя нет? Сохраняй сами, конечно, нет.
Где эта шляпа твоя, я не понял. Я тут. Что, дубль? Не помню сколько. Да, скиньте там эту лапку друидовскую. И поешьте. Две минуты до последнего пула. Не могу рыбку, а. Еще раз чек. Все готовы. Три, два, один. Поехали. Контролим мобов. Ну не контролится. Маша хорош. Выбери из контроля. Вылетел? Так. Нет, все, убьем, наверное. Не, не ты, Прис. Прис сидит сейчас на фулл диспеле. Начинаем уже заливать. Выйдем. Маша умерла. Это игра. Это тестер от бомбы. Вообще нихуя не было видно, извините. Ну что, на этом все. Угу. Что сказать? Самый хуёвый лок в мире. Это Петя, на, положи обратно. Угу. Дайте портал куда-нибудь еще раз, пожалуйста. Нет, шатра лучше сесть. Я спрашиваю, Ро? Да, Ро. Яр, дай Толорам, пожалуйста.